Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Сделайте так на счастливую судьбу. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Вплоть до 14 января у вас есть шансы полностью изменить свою судьбу и повернуть ее только в лучшую сторону. Новый год – это всегда праздничное настроение и надежда на светлое будущее. В Новый год принято загадывать желания, но также этот праздник известен своими заговорами, которые могут привлечь счастье, благополучие и исполнить любые заветные желания. Эту практику можно выполнять вплоть до 14 января. Она имеет очень большую силу и помогает привлечь счастливые события в вашу жизнь. Вера в заговор – это важная часть его выполнения. Именно в весь январь происходят чудеса. При выполнении этой практики вам нужно думать, о какое счастье вы хотите привлечь в свою жизнь. Невозможно пожелать всего сразу, поэтому определитесь, где вам нужна именно помощь и какое именно счастье вы хотите. Это может быть счастье в личной жизни, карьерный рост, рождение ребенка, путешествие, здоровье. Неважно. Вариантов множество, но нужно выбрать самый главный для себя. И несмотря на то, что новогодние праздники подразумевают счастье, все же стоит помнить, что эта практика требует хорошего настроения. Избегайте в этот день ссор, споров или разочарований. Итак, для этой практики вам понадобится любой сладкий напиток. Неважно, выбирайте то, что вам нравится больше всего. Когда вы выбрали для себя свой напиток, просто держите в руках свой напиток, загадывайте свое желание, после делайте несколько глотков, а потом говорите такие слова. «Новый год встречаю, судьбу о счастье умоляю. Подари мне судьба». Здесь вы должны указать то, что вы хотите получить в новом году. «Обрати на меня внимание в грядущем году». За свое прошение я благодарность тебе принесу. Да будет так. Вот эти слова говорите 3 раза. Далее вы должны выпить свой напиток. Эту практику можно сделать вплоть до 14 января. У вас есть время, чтобы загадать свое самое сокровенное желание. После, когда вы выпили свой напиток, обязательно благодарите судьбу за ее помощь. А для этого нужно купить любую сладость – булочку, выпечку, конфеты, шоколад, неважно. И просто отнести под любое дерево. Все. Такая практика помогает очень быстро привлечь ваше счастье, исполнить ваше желание и повернуть вашу судьбу только в лучшую сторону.